Сейчас речь пойдет о замене плечевых ремней, да? Вот у этой гармонии, которая называется Тульская. Вот. Завод раньше выпускал, по одному ремню. То есть вот этот ремень вот так стоял здесь. Я только что его снимаю, да, снял. С одним ремнем ты далеко не уедешь. То есть, когда тебе придется стоя играть на гармонии, то это все Филькина грамота. И сейчас уже сама фабрика и другие фабрики выпускают только с двумя ремнями. Ну, для этого, конечно, соответствующая вот такая собачка необходима. Вот такая, которая с раздвоением. Вот сюда один, допустим, пойдет, а сюда второй ремень пойдет. Вот. Поэтому снять его и вот этот ремень снять и поставить два новых несложно. Я только что изнутри, вот эти были две гаечки, я их освободил изнутри, и сюда он вышел. Ну, я его не выбрасываю, я его, допустим, владельцу отдам, мало ли что может пригодиться где-то. Вот, когда я отсюда его вытаскиваю, да, образуется здесь 3 миллиметра примерно или 4 уже расшарканное отверстие. Его необходимо закрыть, обязательно закрыть, иначе будет шуруп сюда не зайдет, а воздух будет впоследствии заходить. Поэтому надо найти подходящий. Вот, допустим, вот такой винт, который хорошо сюда заходит. Ну и верх должен быть, конечно, плоский. Вот таким образом. Здесь почти не появляется, я имею в виду, высоты никакой, почти. Вот. Либо другой винт, который, ну, не высокий, а полый, скажем так. За подлицо почти здесь получается. Хорошо. Дальше берем в левую руку новые ремни. Допустим, я новые ставлю. Вот они приходят. Это польские ремни Белти. Белти, ну, я имею в виду название фирмы. Вот новые совершенно ремни. Вот. Сейчас я их открою. Они доказали свою долговечность и прочность, и надежность. Вот здесь написано слово, вот такой значок имеется. Белти, насколько я умею читать по-немецки или по-английски. Вот такие ремни. Вот, они, это натуральная кожа, это не китайское фуфло, которое через неделю там снимается, с него вся кожа слетает. Это натуральная кожа, вот. И они очень долговечные и доказали себе, в том, что они хороши. И они недорогие, они, их в интернете всегда купишь, на eBay такие имеются. Ремни, ну, примерно они сколько там, 20 евро стоят, два ремня. То есть червонец получается один ремень, это червонец. Окей. Тут они широкие, то есть плечи у вас не будут краснеть, и красных полос не будет на плечах, когда вы будете играть, даже стоя, на баяне или на аккордеоне. Вот. Вот таким образом подготовка идет новых ремней, да. А здесь надо поставить собачку. Допустим, вот такую собачку. Они тоже продаются. И в интернете бывают специальные. Вот. Болтики какие? Ну, болтики, допустим, хорошо вот такие употреблять. Они не ржавеют. Не те, которые выкрутил, которые ржавеют. А вот эти хорошо. Это из желтого металла, из бронзы сделаны болты, либо из латуни. Вот, 2,5 здесь идет толщина, вот они продаются, бери, не хочу, в интернете. Кнопку нажимаешь, тебе почтальон приносит. Мини-шраубен называются, то есть маленькие шраубен. Эти, как они идут, по-русски, шраубен. Забыл я это слово. В общем, шурупы. Вот, вот здесь написано, да, 2,5 толщина у них и длина 10 миллиметров. Так что их купишь и горе знать не будешь. Закрутил, да и все. Итак, дальше. Вот здесь
приставить нужно, допустим, как она у вас будет стоять, хорошо. И дальше, вот там имеется уже с завода, то есть имеются уже дырочки. Вот это сверло идет здесь, доложу вам, на 2 миллиметра, 2 миллиметра сверло. И вот таким образом одну, допустим, сделаешь, затем приставишь, потом следующую тоже на 2 миллиметра. Вот, потом третью дырку, ну, ты когда уже приставишь, чтобы не было мимо. Третью, вот так, на 2 миллиметра, вот. На 2 миллиметра, и затем, как говорится, заключительный аккорд. То есть сюда их, они тогда хорошо заходят и держать будут не то, что там год или два, а десятилетия будут держать. Потому что они тем более не ржавеют, и они плотно заходят сюда, как родные. Вот. А это дерево, я должен сказать, это дерево, и в дереве они сидят десятками лет. Тут пластика нет. Пластик только сверху, вот этот пластик. Вот. Вот они сидят здесь как влитые, то есть довольно крепко и надежно. А затем, ну, уже сюда. Все здесь подходит, все миллиметр, миллиметр. Вот. А затем уже ставишь новье вот это. Вперед из песни «Легко на сердце» от песни «Веселый». С вами был музыкант и настройщик Замбровский. Я продолжаю еще работу с этой гармонией. Остались заключительные этапы. Тут я уже все басы выставил. Все басы я выставил. Осталась настройка, подстройка и так далее. А потом уже буду играть на ней, на этой гармонии, для проверки и для контроля. Прошу вас поставить лайки, иначе я стираю видео, потому что у меня их несколько сотен, они мне практически не нужны. А кому нужно, пожалуйста, поставьте лайк, тогда я стирать эти видео не буду.